Слышишь? Угу. Что у него? Телефон. Алло? Вы уже подъехали? Это не мой. Хорошо, выхожу. Валя? Ну что? Что там? Папины вещи пропали. Валь. Значит, здесь лежали деньги. Нас ограбили. Скорей. Вы где? Нет же, повернитесь, я вам машу. И сюда. Пожалуйста, быстрее. Валя, Валя, держи ее. Стой. Ну, хватит. Вылезай, вылезай. Ну, ну что ты делаешь, а? Речной вокзал? Открой дверь. Да, поехали, пожалуйста. Хорошо. Открой машину, выходи сейчас же. Ты стоишь, машину давай. А? Лена, что так долго? Мы опаздываем на теплоход. Розалия Карловна, может быть, мы не будем с собой весь этот Эрмитаж брать? Глупости. Я каждый день должна сверкать, как звезда. Ну, вы возьмите с собой шкатулочку. Сколько вам нужно, чтобы украшения менять, и все? Не действуй на мое истерзанное сердце. Это опасно. Вы же отказались путешествовать с охранником. Я волнуюсь за вас. Ой. Наверняка уже полстраны знает, что вы на отдых сейф таскаете. Чепуха. Ну что, он точно будет на теплоходе? Ты проверил? Вы мне не доверяете? Вы знаете, я могу прислать скан его паспорта из турагентства. Ну вот, кстати, было бы прекрасно. Хорошо, сейчас отправлю. Жду. Да, это он. Отлично. Его каюта на главной палубе, номер 170. Спасибо. Господи, боже мой. Что в тебя вспучило? Ты что творишь, гад? Вы что, на дорогу вообще смотрите? Нарушили вы. А вот эта запись окажется в полиции. Сейчас ты у меня поснимаешь. Тарантино! Не надо с ним связываться, поехали. Вот и мой теплоход. Такого большого дела у меня еще не было. Конечно, это опасно. Это дело вообще может оказаться последним. Но я готов. Печенье без глютен. Сцена 1, кадр 1, дубль 9. Ага, хорошо, да, только давайте еще разочек, поровнее чуть-чуть поставьте, пожалуйста. Начали? Давайте еще дублик, быстрее руку убирайте. Угу, начали?
Ксения, пожалуйста, давайте еще. Все. Ксения, ну... Сами здесь развлекайтесь. Ксения, Ксения, постойте. Настя, где мой телефон? Я уезжаю. Ксения! Что? Что, Ксения? Ты сказал, закончим в 8. Да, ну, пожалуйста, ради меня один дублик еще. А у меня сейчас фотосессия для гламоды. Потом у меня запись кулинарного шоу, и я опаздываю. Настя! Ну, где ты ходишь? Альберт Павлович. Да? Да, Альберт Павлович. А что-то случилось? Нет. Конечно, сейчас спущусь. Да, до свидания. Чао! Ксения, Ксения! Стоп! Смена закончена. Альберт Павлович, даже не знаю, как к нему подступиться. Думай, ты же профессионал. Другого шанса не будет, а он мне нужен срочно. Хорошо, я попробую. Когда? Посадка вот-вот начнется. Как сейчас? Но у меня фотосессия и вообще куча дел. Скажи, заболела, не мне тебя учить. Альберт Павлович, я не могу. Не понял. Ты что, играть со мной вздумала? Нет. Вот и умница. Твой билет. Ваши каюты рядом. И учти, никто не должен догадаться. Угу. Поняла. Поехали. Извините, пожалуйста, можете меня пропустить? Пожалуйста. Спасибо. А можно я пройду? Извините, можно я? Проходи себе. Можно я пройду? Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Пропустите меня, пожалуйста. Прошу вас. Извините, а на каком основании? Пожалуйста, мне очень нужно. Девочка пропала. Помогите найти, пожалуйста. Феноменальное хамство. Проходите. Она за мной занимала. Проходите. Да? Бегите. Спасибо. Добрый день. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот видишь, Лена. Добро пожаловать. Если бы не твоя кропотливость, нам не пришлось бы печься на солнце в очереди и выслушивать хамство дурно воспитанных барышень. Ой. Извините, вы знаете, мне кажется, что к девочке можно быть снисходительнее. Возможно, это какая-то романтическая история. Она плывет к возлюбленному, а родители против. А с чего вы это взяли? Ну как, посмотрите, вон они. Видите, они ее преследуют. Какие же это родители, если сразу бросились к полицейскому? Ой, не было бы тут криминала.
Здрасте. А я вас как раз поблагодарить хотела. Спасибо вам. Если бы не вы, то... Да вы не обязаны ничего объяснять. Быстро отходи на... Но, похоже, опасность еще близко. Я до тебя доберусь, ты меня знаешь! Это она мне. Извините. У меня первая каюта. Вы случайно не знаете, куда идти? Вот лестница. Спасибо еще раз. Похоже, она все-таки будет с нами соседствовать. Вас это беспокоит? Юбилейный 300-й. Барышня явно не тянет на люкс. Я не смог, но все это очень, очень подозрительно. Только нервов и страшно. Так, я не дам ей все угробить. Где мой телефон? Десять дней. Валя, 10 дней. Мы же не можем столько ждать. Валя! Так, едем сюда. Вот в этом? Что? Ладно, сначала домой. Никуда она не денется. Вот и началось мое путешествие. Большой теплоход. Роскошный люкс. Каюта номер 1. Сказка. Я так долго ждала этого круиза. Готовилась. А теперь мне грустно. Так несправедливо, что тебя нет рядом. Что вы делаете? А? Ну, зачем вы волосы выдираете? А что? Нет, ничего. Ну, я надеюсь, биться об стены головой вы не собираетесь? Да я шучу. Держите, давайте знакомиться. Вы же в первой каюте, да? А я во второй, мы соседки. Так что будем знакомы. Я Наталья Павловна. Можно просто Наталья. А вас как? Тоже. Наташа. А, ну тогда я буду звать вас Ташей. Договорились? Не возражаете? Так что вы делали со своей шевелюрой, Таша? Это массаж такой. Меня дедушка научил. Если приходят в голову дурные мысли, нужно за волосы себя дернуть, и они уйдут. Да? Интересно, нужно будет попробовать. Ну, какие у вас могут быть дурные мысли? Ну, может быть, они о ваших преследователях? Ой, а почему вы босиком, Таш? Да, просто люблю по балу босиком ходить. Это приятно очень.
Вы не пробовали ни разу? Нет, не пробовала. Так, давайте помогу. Сейчас. Спасибо. Так. Оп. Так. Пошла. Ну как? Просто супер. Восхитительно. Вот. А вы часто путешествуете по воде, Даша? Я когда маленькая была, мы с дедом ходили этим маршрутом часто. А на таком большом теплоходе первый раз. А я, знаете, вообще в круизе впервые. Да, и мне пока очень нравится. А вам? Очень. Скоро обед. Вы пойдете? Конечно, пойду. К тому же я новичок. Это вы, опытный речной волк. Только мне надо будет обязательно разбудить моего спутника, иначе смертельная обида. Он герцог. Натуральный? Чистокровный. Ого. А вы, ну, вас кто-нибудь сопровождает? Я одна. Вы меня извините, я пойду переоденусь. Ну, конечно, да. Но тогда, Даша, мы с герцогом на вас рассчитываем. Да? Ни за что не буду плакать. Я должна выглядеть прекрасно. Буду отдыхать, наслаждаться рекой и покоем. Последний раз. Позвольте. Вы так не готовы? Здравствуйте. Садитесь. Какие очаровательные дамы. Знаешь, есть багетти. Ой, какой у вас хороший. А где же ваш герцог? Знакомьтесь, Веллингтон, герцог первый. Пожалуйста. Спасибо. И за вами. Аккуратно. Позвольте представиться, Владислав. Даша. Очень приятно. Разрешите, я к вам присоединюсь. Вы простите, конечно, но видите, мы со спутником. И ему это вряд ли понравится. Очаровательное создание. Ты же не будешь возражать, если я побеседую с дамами? О, вот так не надо ему делать, он так не любит. Да перестань, что вы, меня каждая собака любит. Что вы, а ты мой хороший. Ай! Ах ты, сволочь. Что? Укусил меня, до крови, зараза. Не надо оскорблять его светлость. И потом я вас предупреждала. Милая. Вы ко мне обращаетесь? К вам, милая. К вам. А вы предполагаете, что собака будет с нами? Это ваше животное. Оно приучено кушать в заведении общественного питания. Вы не переживайте, он вас нисколько не побеспокоит. Да.
сладкий. Какое умное животное. Если вы имеете хоть каплю сочувствия к старости, вы позволите нам проводить время вместе. Мы будем сидеть на полубе, да? И встречать зарю. Как нас зовут? Нас Веллингтон, герцог первый. Не его. Его я буду называть Мысладу. Что? Как она сказала? Как ваше имя, милая? А, мое. Наталья. А меня Розалия Карловна. Очень приятно. А ему я буду разрешать называть себя тетя Роза. Розалия Карловна. А, какая у нас порода? Я не расслышала. Пражский крысарик. Крысарик? Да, крысарик. Что вы говорите? Да. По легенде, эти собаки спасли Прагу от чумы. Они истребляли чумных крыс. Ты даже гоняешь крыс. Ты не крысарик. Ты целый крысарий. Лена, уже вышли все сроки. Мы голодаем. Попроси, чтобы принесли графин водки. Розалик. Не спорь. Непременно, чтобы холодный. Так можете нам выпить. Все-таки путешествие 10 дней. Да? Вы присоединитесь к нам? Спасибо. Мне еще работать. Уважаемые гости, на борту работает наш видеооператор. В завершении круиза желающие могут приобрести диск с фильмом о путешествии. Спасибо. А мы ведь с вами еще 10 дней обедать вместе будем. А так и не познакомились. Меня Даша зовут. Богдан Стрельников. Надеюсь, наши обеды будут такими же потешными, как этот. Уважаемые гости, на борту работает наш видеооператор. В завершении круиза желающие смогут приобрести диск с фильмом о путешествии. Но если с нами будет Розалия Карловна, то не сомневайтесь. Правда, она замечательная? Да, обязательно возьму у нее интервью. Вы журналист? Ну, можно и так сказать. Надо. Пишите очерк о нашем круизе? Нет, к сожалению. Рекламная статья, заказ турфирмы. Правда? То есть вам платят за то, что вы путешествуете? У вас чудесная работа. Поверьте, работать, когда другие отдыхают, сомнительное удовольствие. Я бы всю жизнь в Америке работала. Даже думала поступать в речное училище вместо Иньяза. Зачем? Хотела быть капитаном. Теплохода? Да. Ну а почему тогда не капитаном дальнего плавания? Ну, мне кажется, это скучно. Ну, в море ходить. Там берешь курс и идешь на автопилоте. А тут же постоянно какие-то там маневры, шлюзы. Один причал за другим. Но дед отговорил. Почему? Сказал, время мечтателей прошло. Ну, это как знать. Может, еще рискнете? Вам и пошла капитанская форма. Сейчас не до этого. Мне кажется, что у девочки что-то случилось. Что-то серьезное. Ну, совершенно очевидно. В умиротворенном настроении человек не заставляет себя так поминутно веселиться. А я говорю, прыгнула. Здесь же вроде глубоко. Да. А как вы думаете, что могло случиться? Свадьба расстроилась? С работы уволили? Или, может быть, страшнее? Может быть, она кого-то потеряла? Если это так, я ее понимаю. История, что время лечит, чепуха. Ее выдумали, чтобы не сойти с ума.
Это у вас один из розовых лучей? Да? Уникальный бриллиант. Кажется, их всего 9, правильно? А вы разбираетесь в камнях? Ну, немного. Насколько мне известно, он весьма ценный. Это кольцо и все украшения дороги мне тем, что их подарил Иосиф Львович, мой супруг. Слабый. Заскучал. Пойдем. Пойдем, я тебе покажу концерт. Не хуже, чем в Ласкало. Иосиф Львович умер 5 лет назад. И с тех пор Розалия Карловна не расстается с бриллиантами в память о муже. Я понимаю. Здравствуйте. Да здесь такая ситуация, что... Хорошо. Похоже, что его нет на корабле. Новицкая. Альберт Павлович. Кто? Что мне делать? Вот, посмотрите. Что? Вы ее знаете? Да. Ну, конечно, ее все знают. Она... Да? Телеведущая, журналист. Здравствуйте. Популярный блогер. Можете сфотографировать, нет, пожалуйста. Я готов. Камеру уберите. Я говорю, камеру уберите, не надо хорошо, меня снимать. Хорошо. Печенье без глютена. Помните? Это она рекламирует. Точно. Она же постоянно про здоровое питание рассказывает. Да. И на тусовки ходит, ну, светская львица. Вот именно. Поняла. Новицкая запросто может позволить себе круиз на океанском лайнере. Вопрос. А? Что она здесь делает? Попахивает эксклюзивом? Вам не кажется? Я не знаю, важно это или нет, но здесь сама Лазур. Да. Да, та самая. А его на виде не было. Его вообще не видели. Богдан, а вам не кажется, что мы неправильно поступаем? Ну, может, у нее секреты свои какие? Сейчас. Идемте? Нет. Тогда побудьте здесь. Девушка! Девушка! Девушка, простите. Простите меня, пожалуйста. Я на него маленечко присел. Что вы сделали? Я не со зла. Надеюсь, что он работает. Простите. Ну как там, работает? Работает. А вы в нарды умеете играть? Нет. Ну, это не беда. Если хотите, мы можем вас научить. Сейчас приятель вернется, он с нардами. Вас как звать? Меня Степан Петрович. Таша. Таша, все-таки здорово на реке, да? А вы на шлюзы пойдете? Первый будет в 23:40. Я по этому маршруту уже 100 раз, наверное, ходил. Не надоело? Да вы что, как можно? Вы знаете, на реке хоть всю жизнь живи и не надоест. Таша, это странно. Отдайте! Неужели вы не знаете, что чужие записи нельзя читать? Я не читала, я просто хотела в интернет залезть. Залезли? Что там такого-то? Тайны мадридского двора? Богдан, извините, Богдан! Таша, а как же нарды? Таша! Опять босиком. А где Богдан? Не знаю. А я смотрю, ты шустрая. Да? Сразу же обзавелась поклонниками. Лучше уж совсем без поклонников, чем с такими. Тем более в последнем круизе. А моего кавалера уволокла Розалия и поет ему.
Прям поет. Угу. Романсы. Я ехала домой. Уберите угодник! Уберите угодник! Уберите угодник! Карловна, ну, угодяй! Остановитесь! Крысу! Прохвост! Прохвост! Так, выпейте. Разве можно так мчаться? Ой, господи, Лена, мне сейчас может помочь только рюмка горячительного. Хватит вам уже. Чей? Чей зверь? Ой, Сладун. Мой? Ой. Давайте его сюда, я вам очень признательна. Да не за что. Вы... А вы... Извините, как вас? Меня? Меня Наталья Павловна. Пейте. Владимир Иванович. Очень приятно, Владимир Иванович. Нервный тузик у вас, Наталья Павловна. Сладун, нет. Он очень хорошо воспитан. Он очень благороден. Он просто терпеть не может оскорблений. А, вы, значит, хозяйка? Ну да. Ну вот, на вас суд, я и подам. А что, собственно, Внимание, случилось? Вы снимайте. Он встал рядом с нами, и собака на него зарычала. Да, да. Ситуацию. Он еще посмел, его дразнить. Дышит свежим воздухом. Он показывал ему язык. Вдохновение. И еще средний палец. Ну и пес за ним погнался. И правильно сделал. А я еще в суд подам вот на это вот пароходство, потому что берут на борт вот этих бешеных собак. Ну, не надо, не надо. А вы кто такой, уважаемый? Саша Дуайт, насколько я понимаю. Саша! Саша Дуайт! Миль пардон, Саша. Известный дизайнер. Ксю, подруга. Господи, как я рад. Да, я тоже очень рада. Ты что, здесь знакомишься с новыми дамами? Угадал. Пойдем пошепчемся. Айберт Павлович в курсе, что ты в круизе. Что такое? Что случилось? Ты же у меня не бросаешься на людей, нет? Да я бы тоже. Я бы тоже на его месте бросилась. Допейте лекарства. Лена, меня от смерти сейчас может спасти только глоток коньяка. А вот и он. Степ, ты с ума сошел? Не рановато ли? Благодарю вас. Ну зачем? Всего-то на один глоток. Не повредит. Нет. Ну что, давайте шарахнем за знакомство, а? Какой приятный молодой человек. Вот. Приятно. А потом сыграем в нарды. Очень. Ну, Степа, кто-то против? Добрый вечер. Вы все еще обижаетесь на меня? Вы извините меня. Таш, я должен извиниться. Я не имел права срываться. Но я не люблю, когда читают незаконченный текст. Я всего пару строк накидал об отплытии. Почему вы не со всеми? Не уйти.
Кто-то держит? Да. А вы посмотрите. Это очень красиво. Владимир Иванович, я хотела вас поблагодарить за спасение моего пса и приглашаю вас на танец. Ну а как же ваш муж? Какой муж? Вы что же, одна путешествуете без спутника? Ну, что у вас? Что вас так удивляет? Да нет, ничего. Извините, я не танцую. Ну, я так и подумала. Знала, что вы мне откажете. А от чего же? Ну, потому что вы не похожи на туриста. Вы смотритесь, как будто вы на секретном задании, да? Я права? Ну, знаете ли, вы тоже не сильно смахиваете на ту, которой нравятся родные просторы и древность. Да? Ну, я сядь. А на кого же я, по-вашему, смахиваю? Ну, вы смахиваете на... обеспеченную, очень скучающую даму в поисках развлечений. Я не знаю, что вы здесь делаете, но поверьте, я не лучшая жертва для круизного флирта. Где ваша собака? Понятно. Богдан, а пойдемте танцевать? Нет, я не умею. Правда? Так я вас научу. Да нет, вы не сможете. А я научу вас. Таш, не честное умеете. Слово, я не умею танцевать. Честно, я плохо танцую. Не бойтесь, это очень-очень-очень просто. Таша, я не умею танцевать. А я научу вас. Научу. Веллингтон. Оставайтесь здесь, я за помощью. Пожалуйста.
О, Господи. Даша! Иди сюда! Держите! Держите! Держите же! Даша, держись! Даша! Надо, ты же вся продрогла. Господи, где этот чертов врач? Позовите врача! Живее! Куда же вчера делся Богдан? Он побежал за помощью для Веллингтона, но так и не появился. Даже потом, когда человек упал в воду. А кто это был? Это был. Ты, Семёныч! Семёныч, позови! Ну что? Кажется, не дышит. Привет обществу спасения на водах. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. А я вам советую поторопиться, там завтрак заканчивается. А вам ведь нужно подкрепиться после вчерашнего. Богдан, скажите, Владислав, он жив? Живёхонек, благодаря вам. Вы же его спасли. Ну, собирайтесь.
Наташа, простите. Если вы не против, я возьму у вас интервью. У меня? Да. Читателям будет интересно узнать о вашем поступке. Вы так думаете? Я убежден. Доброе утро. Ой, девочка, а я думала, ты до вечера проспишь. Ты мой маленький геройчик. Да. Ты спасла Сладуна. Да. И да. того типа тоже спасла. Ой, я после этого уснуть не могла. Пойдем. Пойдемте. Ой, меня просто трясло все. Садись, садись вот сюда. Даже мое снотворное не помогало. Да, пришлось до утра дышать воздухом на палубе. Ну? Теперь можешь называть меня тетя Роза. Я разрешаю. Да, а это дорогого стоит. Камирская старуха. Видите? Лучше умереть молодой. А где же Владислав? Ой, наш бон виван после вчерашнего дрыхнет. А, я пойду. А как же он упал? Там же борта высокие. Пить я надо меньше. А Веллингтона кто скинул? Непонятно. А, загадочная загадка. Да уж. Таинственная история. Ксения, тебе понравится. Если хоть словечко обо мне где-нибудь напишешь, тебе конец, понял? Ксения, я не хочу ссориться. Да иди ты. Я к себе шла. Ксения, буквально одну минуту. А тебя не укачало, дружочек? Или ты клеишь ее? А почему это вы называете меня на «ты»? А ты на «вы» не заслужил. Вот Ксю заслужила, если бы ты знал, каким образом, но зато теперь знаешь, сколько она стоит. А ты знаешь? Я все знаю. И за какие деньги она продается, и что она здесь делает, и кто ее послал. Да неужели? Да. И кто Владика нашего за борт столкнул, тоже знаю. Ты меня, что ли, имеешь в виду? И псину эту пудели недоделанного выбросил, а? А я думал, это ты, за то, что он тебя цапнул. Нет. Я собак с балконов не бросаю и кошкам голову не разбиваю. Я мщу по-другому. Вот Ксюня Кисуля знает. Интересное у нас плавание намечается. Тут скоро такое начнется. Закачаешься. Остаться бы живым. Брысь. Брысь, брысь. Опять? Что непонятного? Люди кругом отдыхают. Значит так, ты ко мне больше не подходи. Знакомый, незнакомый, нам с тобой разговаривать не о чем. Как скажешь, Кисуль. О, ты посмотри.
воробушек-герой. Ку-ку. Даш, щелкнешь меня, а? Ну вот, чтобы с храмом. У меня нет ни одной фотографии. Даш, а, ну давай, давай. Давай, давай с часовенкой. Начнем с часовенки, а поближе, не знаю, как лучше, скажи. Ага. Хорошо, согласен. Вот ты молодец. Нет, ты знаешь, как, где, как ракурс выбрать. Только я тебя прошу, купол не обрезай. Вот оставь как есть, ладно? Со мной вместе. Не, ну, Таш, ну так близко, по-моему. Не крупно так? Мне кажется, там... Таш. Таш. Ну, давай попробуем поближе. К этому же столетию относится основание острижа. А в 14 веке острижь неоднократно разорялся татарами, тверскими князьями и литовцами. Перед вами реконструкция памятника деревянного зодчества 17 века. А сейчас давайте заглянем внутрь. Ой, Даш, ты чего? Тебе плохо? Нет, не, хорошо все. Наталья Павловна, я с вами поговорить хотела. Да? Ну, пойдем? А вы что? Вы устали? Ну, да, немножко. Пить хочется. Возвращаемся. Да не-не, не надо. Вы идите, а мы с Ташей здесь посидим, да? А я ж совсем идиот, а? Таша, вы же вчера такой заплыв устроили. Откуда же у вас силы? Конечно, надо было давно уже вернуться. Пойдем. Ага. Слушай, ну мы правда их умотали. Ну, что ты мне хотела сказать? Наталья Павловна, вы меня извините, пожалуйста. Мне просто тут совсем не с кем поговорить. Да, конечно. На теплоходе происходит что-то странное. Ловко ты к ним подъехал, с нардами-то. На том и стоим. Маленькая, такая обаятельная девчонка. А ты что, разулыбался? Влюбился, что ли? Я уж забыл, что это такое. Просто девчонка понравилась. Ты только помни, что у нас на судне совсем другие задачи. Я-то помню. Ты сам-то со второй вон глаз не можешь оторвать. Степ, я ее знаю. В школе учились, что ли? Ну, колись, колись. Чего? Списывать не давала. Она же отличница, это видно. Да хоть медалистка. Ты давай-ка с ней поосторожнее, Володя. Тетка-то не глупая. Может и догадаться, что мы здесь с тобой не просто так. Степ, не учи ученого. Честно говоря, я пока в этом ничего криминального не вижу. Ну, у Дуайта с Новицкой могут быть какие-то счеты. Вот поэтому он про нее и говорит гадости. А с Богданом? С Богданом она просто звездит. Мне просто показалось, что с Богданом они знакомы давно. Он очень активно ее добивался. Ну и что в этом такого? Она звезда, он журналист. Они могли где-то встречаться. Не знаю, не вижу повода, чтобы переживать. Или повод есть? М? А еще Дуай сказал, что знает, каким образом Веллингтон и Владислав оказались за бортом. Он так и сказал? Сказал, их скинули. Кто? Дуай намекал, что это мог быть Богдан. Богдан? Господи, да он-то тут при чем? Как
когда Веллингтон упал за борт, Богдан исчез. Оп! Это вам? Это вам? Степан, спасибо. Ну и от солнца заодно. Спасибо. Владимир Иванович, скажите, а что пострадавший-то говорил? Как он оказался в реке? Вам интересно? Ну, представьте себе. Да ничего он не сказал, ему не до этого было. А сегодня не виделись. Mm-hmm. Да нет, мы борта проверили. Там самому упасть, ну, невозможно. Так что загадочная загадка. Mm-hmm. Значит, его кто-то столкнул? Не будем сгущать краски, Наталья Павловна. Ну, а может быть, мне просто интересен ход расследования? Ну, это вряд ли. А с чего вы это взяли? Догадываюсь. Да? Отдыхайте, Наталья Павловна. О, я знаю, что делаю. Если обойти кижу. Разрешите? А? Хочешь? Да. Что, ухо так и не прошло? Да не прошло. Постреливает немножко. Ну, надо закапать. Да я боюсь. Не важно, у меня с собой всегда обезболивающее есть. Боитесь? Да ладно, мама. Ну, вы же такая храбрая. А врача боитесь? Вы вон в воду как сиганули. Да. Так вы где-то учились плавать? Как это называется? Анимация? Меня дедушка учил. Ну, а потом еще в секцию ходила, в бассейн. Так что вечером еще... Спасите! Спасите! Залия Карловна! Спасите! Милая! Петрос, вам плохо? На милицию! Прокуратуру! Что? Что случилось? Что? Что такое? Что? Что случилось? Меня обокрали! Господи, боже мой! Мальчик мой, мальчик мой! Вынесли все! Все украли! Даже розовый луч! Я скажу Владимиру Ивановичу и найду капитана. Что вы все молчите? Как будто я уже умерла и лежу тут перед вами в гробу. Сколько раз я вам говорила, чтобы вы ничего с собой не таскали? Ну, что я могу с собой поделать? Покуда был жив Иосиф Львович, я всегда брала свои украшения, чтобы каждый день представать перед ним в наилучшем свете. Поэтому я всегда должна была сиять. Да сиялись! Лена, замолчи. И не смей реветь. Лучше предложи всем коньяку. И мне тоже. Так. Не дам я вам никакого коньяку. Не надейтесь. Смерти моей хочешь. Ну, и? Что пропало-то? Вам в штуках. Да хоть как. Ну, я... Перстней было 22, ожерелий 7 на каждый день недели. И 8 еще для особых случаев. 3 броши. 4. Значит, 4. Серег, Лена, сколько у нас было пар? 13 пар. Ну и в какую же сумму оценивались все эти ваши драгоценности? Мне говорили, но я никак не могу запомнить. Несколько десятков миллионов.
И что, все эти ваши миллионы просто лежали в каюте, где окна открыты и замки на соплях? И когда обнаружилась пропажа? Мы перед сном положили все украшения на стол. Когда проснулись, Розалия Карловна стала к обеду переодеваться. Хотела переменить украшения, а чемодана нет. А вчера он был на месте? Мы не знаем, мы на палубе всю ночь провели. Да. И что, все украшения были в одном чемодане? Да, он такой тяжелый, его охранник обычно носит. Мы оставили его в гардеробной. Такой чудесный был чемоданчик. Мне его Лев Иосифович еще в Европе заказывал. Ну вот почему вы не взяли охранника-то, как обычно? Господи, ты опять. Потому что я собираюсь отдыхать, а не под надзор в тюремную камеру. Да? Да. Потом там очень сложный замок. Его не так-то просто открыть. Ну что, я думаю, нужно вызывать полицию. А до кражи у вас был кто-нибудь? Да, вчера заходил этот юноша с бородой. Богдан? Ну да. А зачем? А он что-то там пишет о круизах. Хотел, чтобы Розалия Карловна ему интервью дала. Интервью. Чтобы поделилась впечатлениями. Да. Даша, а что ты мне там хотела рассказать про Богдана? Что он каким-то странным образом исчез перед всеми этими событиями, да? Я? Да нет, я напутала. Владимир. Владимир Иванович. Ну хорошо, Владимир Иванович. А ты не думаешь, что нам пора поговорить? Незачем. Почему? Наговорились уже. Сейчас не время. А по-моему, сейчас как раз самое время. Мы же одни. Вы действительно не понимаете, Наталья Павловна. На судне кража. Сейчас не до игр вот этих. Развлекайтесь в другом месте. Уважаемые дамы и господа, прошу внимания, сейчас господин... простите, как вас? Владислав. Сейчас я попрошу Владислава выбрать любую карту из колоды. Прошу! Мы предположим вот это. Давайте. Владислав выбрал эту карту. Давайте запомним ее. Так, запомнили? Прекрасно, все запомнили. А теперь, внимание, мешаю карты. Раз, два, три. Оп! Внимание! Приготовились! Как Розалия Карловна? Плачет? Вот это ваша карта! Да, в отчаянии, конечно. Но ничего, держится. Извините, пожалуйста, сделайте мне кофейку. Какой? Капучино. Сейчас. Угу, спасибо. А Веллингтон где? Остался утешать. Зато утопленник. Я смотрю, как-то не переживает. Может, скажем о нем полиции? Может, эти два случая как-то связаны? Владимир Иванович пошел капитаном, и в кошке не вызовем наряд. Будут искать чемодан? А почему вы думаете, что его еще не выбросили за борт? Ну, я думаю, что вор просто не смог его открыть, именно поэтому забрал его из каюты. Да, и это не чемодан, а сейф. Очень надежный. Я знаю, просто у нас тоже такое есть. Мы иногда перевозим драгоценности. Если сейф окажется на палубе, то его быстро найдут и сдадут капитану. А может, его уже вынесли? Ну вот сейчас, в Остриже. Это вариант. Да. И очень плохой вариант. То значит, ищи свищи, его не найти. Нет, наоборот. Тогда преступника будет вычислить очень легко. Кто пропал с корабля, у того и сейф. Молодец. Молодец, да. Интересная версия. Мне кажется, сейф у кого-то в каюте. Может быть, у кого-то из команды. Есть какой-то наводчик.
И он обязательно должен знать, что Розалия Карловна возит с собой этот сейф. А также, что она плывет этим теплоходом, что она плывет в эти даты и в этой каюте. Значит, он должен давно за ней следить. Да, да, это может быть Лена. Нет. Да, да. Розалия Карловна рассказывала, что она с ней работает уже 2 года. Нет, Лена не может. Ну что, ну Лена хорошая, и она очень любит Розалию Карловну. Ну, а что, вы сами не видите? Господа, прошу минутку внимания. Меня не слышно. Можно микрофон? Вижу. Господа! Господа! Моя спасительница, дорогие друзья, прошу вас минутку внимания. Эта хрупкая девушка спасла меня от неминуемой гибели в ледяной реке. Ангел небесный, царица небесная. Друзья, похлопаем, похлопаем. Я так и буду звать вас теперь мама, крестная мать. Мама, мама. Не надо, зачем? Послушайте, вы меня заново родили. Мама, мама, какая вы прекрасная. Ну-ну-ну, а где же вы пропадали-то, а, Владислав? Не видно вас, не слышно. Друзья, фокусы продолжаются, проходим, проходим, проходим. Отдыхал. Отдыхал после, я даже не знаю, как сказать, после... После смерти. Я же чуть не погиб. Если бы не Ташика, если бы... Ну-ну-ну. Ну, а что же вы делали? Налейте мне. На верхней палубе вчера вечером. Прогуливался. Там никогда не бывает толчи, я хотел посмотреть, как корабль будет шлюзоваться. А с верхней палубы вид просто, просто замечательный. Как же это вас перевалило-то за борт? А? Пожалуйста. Признаться, я немножко перебрал вчера в ресторане. Ну, это заметно. Но как летел вниз, не помню. Вот ей-богу не помню. Сам не понимаю, просто загадка какая-то. Так это просто загадочная загадка. Вот и все. Да-да-да. Да, вы знаете, страшно, страшно вспомнить, как представлю, как бы там, как бы... Господи, как... Да, какой ядреный у вас ландыш. Мне что-то нехорошо. Я прошу меня извинить. Я пойду. А моя собака? Вы не видели, кто сбросил герцога за борт? Какая собака? Какой герцог? Я чуть не погиб тогда. Какой герцог? Вот так. Теперь, наверное, совсем пропало мое последнее путешествие. Начнут искать чемоданы, всех подозревать. Розалию Карловну жалко. А Владислав? Он действительно не помнит, как угодил за борт? Или врет? Знает, кто его сбросил и покрывает? Зачем? Боится? Неужели это Богдан? Чем он занимается на самом деле? Ведь он соврал про рекламную статью о краже. Он с ней как-то связан? Дед, я совсем запуталась. Ты бы, конечно, растолковал, и все сразу стало понятно и правильно.
Таша, мы уже в Кошкине. Ты собираешься? Таша. Таш, ты там уснула, что ли? Таша. Я сейчас, сейчас. Ой, ну, здрасте, пожалуйста. Спит она. Ну-ка, что с тобой? Ты не заболела случайно? Температуры нет? Нет, я собираюсь. Собираешься? Ну, давай, давай, собирайся, девочка, пойдем погуляем. Погода просто шикарная, а спать будешь ночью. Подъем! Уже причалили. А где наши? Ну где-где? Все уже в автобусе. Только Розалия Карловна спит. Ну, по-моему, она тяпнула лишнего. А вы что, температурите? Может, кто его этот Кошкин, а? Полежите. Я скоро. Ну, давайте. Да что ж со мной такое-то, а? Уважаемые гости, наш теплоход пристал к городу Кошкин. Какая вы красивая. На берегу вас ждет комфортабельный экскурсионный автобус. Да. Спасибо. Вы тоже. Кошкин по праву считается. Вы как-то изменились. Российской столицей кошек. В смысле? На одного жителя здесь приходится в среднем 20. Если бы вы читали модные журналы, то вы бы знали, что мужчина в одежде туриста принципиально отличается от мужчины в джинсах и футболке. Неужели? Фундаментально. Таша! Учту. А вы на берег? Я с вами. А вы знаете, в Кошкине такой музей, просто закачаешься. Там этих кошек тысячи. Стеклянные, шерстяные, глиняные. Таша, а вы не видели Новицкую? Я все палубы обижал, нигде ее нет. Да нет, как-то не интересовались, знаете ли. А зря. Одна любопытный персонаж. Я ни за что не поверю, что вас не интересует жизнь звезд. Ну, как же не интересует? Нет, не всегда, но иногда, конечно. Ну, вам выпал такой шанс. Какой шанс? Ну, познакомиться с настоящей звездой. Не хотите воспользоваться? А мне-то какой толк от этой звезды? Ну, как же? Ну, представьте себе, вот так. А это к нашему, что ли? Угу. Говорят, что у нашей старухи сокровища украли. Это правда? Правда. Пойду, скажу Ксении, у Новицкой. У нее ведь там тоже бриллианты. Богдан, вы хотели интервью взять. Я ждала. Таш, я прошу прощения, я совсем замотался с этой статьей. После музея будет свободное время. Давайте вместе погуляем по городу и поговорим. Согласны? Согласна. Ну вы тогда идите, я догоню вас. Ишь ты, помчался-то как, а? Я вот не понимаю, зачем молиться на звезд? Ну зачем чужая жизнь, если есть своя, собственная? Правильно? Ну понятно, что она чуть попроще, но своя. Журналисты, они не молятся на звезд. Они пишут про них для таких, как вы. А мне-то зачем? Чтобы похожим быть, чтобы все любили так же, как и их любят. А зачем, чтобы все любили? Вам скучно со мной, Ташек? Как?
Какая я вам, Ташек. Не называйте меня так. Почему? Меня дед так называл, но он умер. Поэтому больше себя так я никому не позволю называть. Хорошо, не буду. Не буду. Внимание! 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 Открывается веселое гулянье! Торопись, чудной народ! Здесь ярмарка зовет! На ярмарку! Слежите все сюда! Здесь игрушки, здесь сладости! Давно вас ждут, друзья! Кто душа своя желает, все на ярмарке найдет! Так подарки выбирает! Без покупки не уйдет! Смотри, она одна. Вот сейчас ее возьмем. А то сядет на теплоход. И колеси потом до следующей стоянки. Только тихо, а то шум поднимет. И все вокруг нее плясать начнут. Ну, ты ее знаешь. Спасибо. Там на теплоходе хоть санитарные условия есть. А здесь что? Ксения, тебе понравится. Посмотришь, напишешь об этом. Да? Кошечка с котом приглашает в кошкин дом. Если кошек ты любитель, в нашу заходи, оцените. Что? Смотри, это же, кажется, Ксения Новицкая. Кошки мышки поиграем. Самый красочный музей. Точно она. Называем мы друзей. Это плохо. Почему? Если здесь Новицкая, то и телевидение с ней наверняка приехали кошкин музей снимать. А в телек нам ни к чему. Посмотри. Камер не видно? Коварные и добрые. Да нет, вроде. Ванные удобные. Ладно. Пойдем отсюда. Пока не поздно. Ну иди сюда. Машину садись. Давай быстрее. Приходи смотреть, готов. Всех мастей и всех сортов. Знаменитый наш музей приглашает всех. Ксения, ну ты куда? Я в этом спектакле не участвую. Хватит с меня этих перформансов. Это ж такой экспириенс, такой драйв. Ты же пишешь про все новое. Я пишу про новые коллекции модельеров. Я работаю на Мода ТВ, а не на передаче «Игра боя». Что ты от меня хочешь? Чтобы я свела тебя с нужными людьми? И не надейся. Пробивай все сам, как пробивались и мы, да? Ну пойдемте хоть котов посмотрим. Да чеши уже. Не удастся сегодня зафрендиться, понимаешь? Но вы многое теряете. И смотри, чтобы мы с Ксю в сети не появились. Не волнуйся, это не для тебя. Дело у меня есть, у местного памятника. Удачи. Удачи и всего хорошего. Хочешь пригласить меня погулять? Нет. Гулять мы с тобой не будем. Опа! Кисуля, а ты как здесь на самом деле оказалась? Только не вздумай врать, Кисуля. А ты? Я ведь тоже кое-что про тебя знаю. Ты только попробуй влезть в мои дела. Или пикни хоть слово, я тебя башкой вперед в машинное отделение спущу. Ты поняла? Отпусти, сучонка. Что ты здесь делаешь? Мне заплатили. Кто? За что? За что обычно платят? Ты вообще здесь ни при чем. А этот бородатый активист тоже? С тобой? Да ничего не со мной. Просто Даша! Ему нравилось это стиль. Даша! Даша! Мы здесь! Даша! Даша, ты где? Испугалась. Даша!
А теперь идем и улыбаемся. Быстро на теплоход, пока никто не увидел. Таш, а где ты была? Мы тебя искали. Мы хотели позвонить, но телефона не было. Да, все в порядке. Я прогулялась, и все. Владимир Иванович, ну что, нам долго еще? Судя по всему, памятник коту должен быть где-то здесь. Я с кем разговариваю? Богдан! Богдан, ты что? Богдан! Саша, подвинись! Саша! Саша, отойди! Саша, иди! Ты куда? Пусти! Эй, ты! Надо помочь! Эй, ты! Да не убьют, господи! Сказала, что здесь! А ты что, сбила? Вали его! Ну как? Что случилось? Почему они на вас напали? Богдан! Богдан! Богдан, вы меня слышите? Давай, закрывай их. Ну, майор. Вот посидите, а я подумаю. Товарищ майор, ну что тут думать-то? Вы понимаете, не было драки. Угу. Это было просто избиение. Вот те местные, они сбивали Богдана. Слышите? А наши, Ты слышишь, как Наталья Павловна на майор накинулась? Слышишь? Ну так вот это из-за тебя, между прочим. Вы слышите меня? Из-за нас. Из-за тебя, из-за тебя. Это же ежу понятно, а ты на нее рычишь. Заходим. О, ты! Что за зверек такой? Выхухоль! А на собаку похож. А он и есть собака. Послушайте, товарищ майор. Да ладно, какая он собака? Ну, вот у моего тестя это собака. Он по осени волков давит. Знаете, волкодав называется. А это же недоразумение какое-то. А ваши документики? На собаку? Нет, ваши. А, может, все-таки врача вызвать? Вдруг Богдана что-то отбили? Разберемся. Угу. А? Пожалуйста. Угу. То есть хотите медицинское освидетельствование? Да. Угу. То есть и дело уголовное заводить будем? Да. Пилипенко! Приведи задержанного. Заходи. Ну, давайте разбираться. Ну, смотрите. На своих ногах стоит. Кровью не харкает. Кровью не харкаешь? Нет. Кровью не харкает. Что? Медицину вызывать будем? Товарищ майор. Да. Там у одного... вот, посмотрите удостоверение. Только не волнуйтесь.
Выходите. Прошу меня извинить, ошибочка вышла. Мы ведь не знали, что это вы, товарищ полковник. Ладно, майор, бывает. Ага. Сами понимаете, служба. А я тебе говорил, надо было к Сиве еще у памятника помахать. А то просроченное, просроченное. Ну что, как вы? Разрешите? Ну что, все в порядке? Простите, Наталья Павловна. Что велся, как мальчишка. Вот, холодненькое, прямо из морозилочки. А это, угощайтесь, пирожки с рыбкой. Вчера еще плавала. Не откажусь. Спасибо. Ну, Владимир Иванович, не думал, не гадал, что с таким человеком буду выпивать. Да, тестю расскажу, не поверит. Я с вами пить не буду. А тебе никто не предлагает? И вообще молчи, а то отправлю тебя в обезьянник. Хотите? Нет. Точно? Спасибо. Вы будете? Закройте жалюзи. Хорошо. А я не понимаю, а что происходит? Мы были свидетелями ужасного избиения. Да ведь, Наталья Павловна? А вы что сейчас, просто отпустите бандитов? Ну, мы поглядим, кто тут еще бандит. Как это кто бандит? Да его там чуть не убили! Богдан, ну скажите, почему вы молчите? А сейчас? Сейчас будет понятно, почему он молчит. Сейчас разберемся. Присаживайтесь, занимайте места, господа. Ага. Сейчас глянем. Ваше здоровье. Внимание. Смотрите. Ага. Я на месте. Вот он. Акция начинается. Отойди! Ну, вот, в общем-то, и закончилось. Да. Богдан, вы хотели облить кота краской? А зачем? Я вам расскажу. Смотрите. Вот... Наш Богдан, известный в узких кругах блогер. Он не блогер. Он журналист, а это, ну, другое. Другое, да, конечно. Но он также и блогер. Вот. Так вот, он занимается большим и важным делом. Борьбой с коррупцией. В Кошкине? Да-да, в Кошкине тоже. А вообще везде. Борется, борется. А есть у него еще единомышленники, с которыми он... Вместе устраивают акции протеста. По ликвидации всякого безобразия. Вы зря смеетесь. Бардак ведь он начинается с малого. А я не смеюсь. Я согласен с вами. Я посмотрел ваш сайт в телефоне, когда нас сюда везли. Господа, внимание, посмотрите на экран. Вот. Вот Богдан наметил города, где будут проходить акции протеста. Так это ж терроризм какой-то получается, а? А в Кошкине он призвал думающих горожан облить памятник краской. А зачем? Ну как это зачем? Ведь его мог изваять какой-нибудь известный скульптор. А сейчас получается, что
Скотта стоит незаконно. Это же понятно. Он был сделан местным скульптором, но тендер на лучший проект объявлен не был. Ну вот. Вот и я думаю, сколько же денег заплатили, взяток, чтобы этот памятник поставить? Какие взятки? Какой тендер? Вы о чем говорите-то? Да, но вот почему-то к памятнику пришли не думающие горожане, а хулиганы. Чтобы навалять нашему Че Геваре. А вам не стыдно? А почему ему должно быть стыдно? Да я бы ему тоже навалял. Это, парень, тебе-то не стыдно, а? У нас в городе из достопримечательностей всего эти коты, да музей про котов. Смотреть-то больше не на что. Да неужели вы не понимаете, что это незаконно? Да сядь ты! Незаконно! Чем тебе этот кот помешал? Возле него детишки фотографируются, шарики продают. У нас артель была фарфоровая, в 90-е закрылась. Сейчас опять заработала. Люди стали делать тарелочки, кружечки с котиками. Понимаете, зарплату всем стали платить. Была б моя воля, Владимир Иванович, я б на каждом углу этих котиков понатыкал. Людям-то только радость от этого. И это говорит представитель власти. В стране бардак, но в Кошкине все с зарплатой. Ага. Извините, Владимир Иванович, Пилипенко, если он еще раз рот откроет, закроешь его на 15 суток. Есть. А за вандализм мы тебе можем и уголовно... Не трогайте его, пожалуйста. Да ладно, повезло вам сегодня. Такой человек хороший у нас в гостях. Слушай, майор, давай лучше этого карбонария на борт заберем, пока у тебя тут революция не разыгралась. Знаете что, Владимир Иванович, заберите его, пожалуйста, от греха подальше. И у меня к вам еще одна просьба. Давайте все вместе сфотографируемся, так сказать, на память. А то ж никто не поверит, что я с самим Бобровым пил. Так, приготовились. Чуть-чуть покучнее. Смотри, Бобров. Это же сам Бобров. Пойдем. Так, Пилипенко, с телефоном аккуратней. Давайте быстрее. Так, Наталья Павловна, чуть Таша, ага. Надо врача, наверное, найти. Так, внимание. Да снимай уже. Спасибо, не надо. Хорошо, улыбайтесь. Улыбаемся. Таша, ну улыбайтесь. Ой, Андрей Сергеевич, смазано получились, не дергайтесь. Пилипенко, не Таша, хами. Я вас чем-то смотрите обидел? В камеру и улыбайтесь. Сейчас вы человек перед теми унизили и довольный. Ну? Теперь скажите все «мяу». Ага, так. Точно, еще Бобров. Один кадрик. А я не поверил. Отлично. Да хватит ты уже. Кто он? Андрей Сергеевич, ну для истории. А вы что, телевизор не смотрите? Место в телефоне есть. Юбилей МВД был. Владимир Иванович во всех передачах участвовал. Ага. Пилипенко, а ну-ка расскажи молодежи, кто у нас Владимир Иванович? Есть. Владимир Бобров, легенда милиции. В конце 90-х Владимир Иванович накрыл банду Паленова. В начале 2000-х расследовал ограбление группы «Ну-Ну». Затем раскрытие знаменитого изумрудного дела. При исполнении служебного долга Владимир Иванович был не раз тяжело ранен, но тем не менее... Ну ладно уже, ну... Да, хватит! Спасибо, Владимир Иванович, уважили. А может, еще по маленькой? А давайте. Спасибо. Давай, Пилипенко, постойте, телефон. А мы не опоздаем? А во сколько у вас теплоход? А сколько сейчас времени? Опаздываем. Ну, извини, в следующий раз. Жаль. Так, Пилипенко, живо доставить гостей. Есть. А блогер, спасибо, пешком идет. Ладно, запихните его в обезьянник. Ну, будете в Кошкине, всегда ждем. Спасибо, майор. Удачи. Ага. Счастливого пути! Богдан! Я тоже считаю, что должно быть все по закону. Но хороший ведь кот, и всем нравится.
Зачем же вы его краской-то? Дня. Но это от холодной воды разнесло. Тихо. Ну ты чего? Тихо. Пожалуйста. Я не хочу. Пожалуйста. Нет, нет. Милая, нет. У тебя нарыв размером с кулак. Назревший уже. Ну все. Ну не бойся, не бойся. Ты ж такая хорошая. У тебя ухо заболело, ты не стонешь. И день никому не испортила. Ну, все, все. Ну, шатырь, дайте ей подышать и держите крепче. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А уколите ей обезболивающее. Держите, я сказал. Все, все, все. Чего обезболивать? Там выболело все давно. Как маленькая? Не больно? Терпишь? Вообще не болит. Это такое дело. Само не пройдет. Я думала, пройдет. Так. Ты сразу не вынимай. Я тебе дам перекись водорода, потом сама промоешь. Спасибо большое. Я это... выйду на воздух. Степан. Нехорошо? Не очень. Спасибо. Ага. А ты посиди, посиди. Подержи ватку. Ой-ой-ой. Держите, это Сергей Семенович сказал, поможет. А вы ничего не забыли? Что? Ну как что, перекись вы забыли? Ой, да вы чего, я потом после ужина заберу. Давайте просто постоим тут. Давайте. Как? Фу. Ну, помогло зелье. Я там чуть в обморок не упал. И я вообще на все это дело смотреть не могу. Правда, я, представляете, я по молодости даже чуть в медицинский не пошел. Да? Да. А куда пошли? На инженерно-физический. Вы работаете инженером? Ну, да. Это странно, сейчас никто не работает по специальности. Сейчас такие профессии никому не нужны. А кто нужен? Бьюти-блогеры, как Новицкая. А может, мне попробовать? Мне кажется, у вас не получится. Почему? Потому что мужчины любят вкусно и с аппетитом поесть. А мы, женщины, едим исключительно для получения энергии. И вы даже не сможете отличить быстрый углевод от медленных. А я действительно не смогу отличить. Вот так.
Саша. А, может быть, перейдем на ты? Мне неудобно. Я всех на вы называю. Понятно. Что такое? Я что, не могу угостить сладуна? Ну, как хотите. Но если он упадет в обморок, пеняйте на себя. Ну, что? Ну, у него очень худой вид. Ты совсем очумел? Ты забыл, что мы тут не в отпуске? Слушай, а что ты прикажешь делать? Что? Уж сколько лет после развода прошло, все нормально было. Нет, на тебе, опять вляпался. Ну, так давай действуй, раз вляпался. Ухаживай. Ухаживай, да? Мне не 20 лет. Я не хочу. Я вырос из этого всего. Я привык вот как есть, да, спокойно. Она должна ты отказываться переходить. Беда какая. Беда, да. Я для нее старший товарищ. Я для нее заботливый дядечка. Знаешь, она вообще по-другому меня воспринимать отказывается. Значит, завтра утром я сойду, поэтому... Давай-ка ты тут сам выкручивайся. Добрый вечер. Ну вот, все в сборе. А где наш блогер? Спит, наверное. Так жара же. Жара. Жара. Ну вот и прекрасно. Прекрасно, что я никуда не пошел. Дамы. Да. Нельзя. Спа. Рай. Да? Ни одной живой души. Все ушли на берег. Я провалялся там полдня. Приятного аппетита. Когда шлюз? Да буквально сейчас шлюзовать начну. Благодарю. Ты чего? Он врет. Врет? Я присел. А? Почему? Что-то же там. Я его видела с Новицкой около музея. Он ее за шею хватал, угрожал ей, говорил, чтобы она не вмешивалась в его дела. Новицкую? Знаешь, меня уже... За волос? Это не может быть, ты что-то перепутала. Правда. У меня фотография есть. Я сейчас. Да, я сейчас, я быстро. Надо, ну, сейчас, сейчас. Куда это она? Черт ее знает, какой-то рейс распроклятый. Сколько вместе ходим? Ему ж до пенсии всего ничего. Бывает. Надо что-то сказать пассажирам, а то начнется паника. Не волнуйся. Степан как раз сейчас беседует с теми, кто уже в курсе. Наташ. А? Руками ничего не трогать. Нет, нет. Каюту запереть и поставить дежурного. До прибытия компетентных органов. Поставим. Пойдем. Угу. И никому ни слова. Есть.
пожалуйста. Резервная каюта. Угу, спасибо. Угу. Слушайте, а я даже и не знала, что такие существуют. Существуют. Но только на случай, если вдруг какая-нибудь большая персона изъявит желание прокатиться на нашем теплоходе. А у капитана все каюты заняты. Угу. Утром остановка вне плана. Полицейский катер прибудет. А если бы я раньше пришла, меня бы тоже убили? Ой, ну и не ерунди, а. А вот зачем тебе доктора принесло, вот это я хотел бы знать. Как чемодан Розалии оказался в каюте у Таши? Вот в чем вопрос. Я-то уж точно не приносила. Нет, ну кто-то же его принес. И почему именно к тебе? Ну почему? Потому что не смогли открыть в каюте у Розалии. Так. Драгоценности украли вечером, когда объявили тревогу, так? Да. Все были заняты тонущими. Да. У люксов камеры нет, не положено. Но я думаю, что им все-таки пришлось спрятать чемодан на палубе. Почему на палубе? Ну смотри, допустим, ты вор. Угу. И у тебя на все про все всего пару минут, правильно? Ой, подождите, так, давай я сейчас Стёп. Включу секундомер. Подождите. Угу. Так. Стёп, давай к двери. Поехали, давай. Время пошло. Угу. Ты входишь. Да. Видишь сейф. Пытаешься отмычкой открыть его. Замок не поддается. Ты начинаешь нервничать. Так. Времени мало. Могут вернуться хозяева, поднимется шум, и остается только один вариант. Вынести его обратно из каюты. Но он, правильно, тяжеленный. Да. Нет, стоп. Вниз не пойдет, потому что там много народу. А в люксы... Нет, в люксы просто не сунешься, потому что вор на это не рассчитывал. Он не знал, кто где живет на тот момент. Тоже верно. Поэтому вот вы куда дели бы чемодан? Я? А ты куда дела бы чемодан? На палубу под брезент. Вот, молодец. Вот, правильно. Но на корабле ежедневная уборка, значит, рано или поздно чемодан найдется. Uh-huh. Остается только один вариант. Перепрятать его в один из люксов. Потому что люксы без станции прокурора никто досмотреть не станет. Все. Время вышло. Ну, вот, пожалуйста, и время вышло. И они его принесли ко мне. Именно к тебе. Точно. Потому что к Розалии нести это глупо. Обратно зачем? Какой смысл? У Натальи собака может залаять, uh-huh. а Новицкая, она почти не выходит. Так что только к тебе. А почему они не испугались, что я, например, найду чемодан? Видимо, они не собирались оставлять его у тебя надолго. Кстати, там рядом с трупом одеяло валялось. Скорее всего, им прикрыли, и все. Ну, значит, остается им только вернуться за ним с каким-то более подходящим инструментом. Например, с Фомкой. А дальше уже случилось то, что случилось. Сообщники, да? Не поделили куш? Угу. Сергей Семенович не мог быть сообщником. Он же врач. Ну, может, наводчик? Да нет. Лена больше подходит. Лена не могла. Ну, у нее же ключ есть свой. Она просто подала ключ и все. Умница. Сергей Семенович тоже не может. У меня ухо болело, а он его вылечил. Ташечка, дорогая, ну не плачь, слышишь? Ну что ты? Ну не плачь, ну что ты? На, носик вытри. Маленькая, ну что ты плачешь? Ну все, все хорошо уже, все, все. Ну что, все-таки сойдешь? Да куда там? Я как подумаю, что она могла зайти в каюту раньше доктора. Я теперь с нее глаз не спущу. Ну ты правильно, не спускай. Ты о чем? Девчонка подозрительная. Ты только не начинай. Я не говорю, что она убила, но и труп, и чемодан у нее нашли. Нет, ты же сам сказал, что сейф к ней принесли. Правильно. Но это совсем не значит, что Таша не была в курсе. И потом, подумай сам, у нее лучшая каюта. А выглядит девочка, прости меня, но даже не так, как Новицкая. Откуда у нее такие деньги? Так что особенно ты не расслабляйся. Доброе утро, Наталья Павловна. А вы завтракать не пойдете? Пока нет. Рассматриваю один предмет. Давай, заходи. Ага. А где вы его взяли? Нашла, в твоей каюте, после убийства.
Это камень из кольца Розали Карловны. На, хочешь посмотреть поближе? Ну, значит, надо его вернуть. Не будем спешить. Почему? Розалия Карловна очень расстроилась, что ее бриллианты пропали. А это не бриллиант. Это подделка. Но очень искусно сделано. Очень. Вы откуда знаете? Просто понимаю кое-что. Недавно стала разбираться. Угу. Ну, может быть, оригинал потерялся, а вместо него вставили стекляшку? Может. А может и все драгоценности – это подделка. Ну-ка, дай сюда. Ну что ж, приехали. Поезд дальше не пойдет, все свободны. По домам? Рейс будет продолжен. Как? Так. Рейс коммерческий, недешевый. Люди заплатили за него большие деньги, так что вскоре прибудет полиция, проведет работу и потом снова в путь. Здесь же произошло убийство. Ну, его же убили. Чего переживать? Завтракайте. Так, все. Я ухожу. Пошла все к чертовой матери. Угу. Это, конечно, ваше усмотрение, но полицейских известите. Я? Ну а кто я? Я домой не собираюсь. А вы собираетесь, Розалия Карловна? Лично я собираюсь выпить кофе с коньяком. Лена, налей. Но вы же уже пили. Я еле жива. Ты что хочешь, чтобы я отправил вслед за доктором? Наливай. А я лично тоже домой не собираюсь. У меня законный отпуск. А кем вы трудитесь? А какая вам разница? Любопытно. Пожалуйста. Я ведущий специальных мероприятий. Ну, может, не такой знаменитый, как Ксения, конечно. Но тоже, знаете, ничего себе. Да? Мы на теплоходе. Хорошо, обязательно. Кто звонил? Управдом спрашивал, куда девать счета. А куда хотят, туда пусть и девают. А, вот я ему так и сказала. Ладно, у нас послезавтра комоцион. Лена, да? Распорядись принести на корму корзиночки эти песочные со свежей малиной. Хорошо. Отвратительная, мерзкая старуха. Угнетатель. Салтыкова. Хейфец. Что? Ее фамилия Хейфец. Нет. Именно Салтычиха. Вы что, не видите? Она Лене вздохнуть не дает. Паразит, мучной червь. Ну что, vive la révolution гондурена? Освободим женщин от многовекового рабства. Да пошел ты, конформист. Ну-ну. Я пойду. Конечно, кисуля. Степан Петрович, приехал сын Розали Карловны, Лев Иосифович. Он хочет поговорить с вами об убийстве. С вами или с Владимиром Ивановичем? Я ему каждый вечер делаю доклад, и он знает, что вы в нас принимаете участие. Я на минутку отошла якобы за пирожными. Вы уж, пожалуйста, чтобы Розалия Карловна ничего не знала, потому что она будет сильно волноваться. А он ждет вас на пристани. Хорошо. Угу. Степан Петрович, я могу с вами пойти? Степан Петрович, можно я с вами? То есть, я так понял, на «ты» мы не перешли. Пожалуйста, возьмите меня с собой, мне тоже это очень важно. Что тебе важно? Знать, что происходит. Во-первых, это мое последнее путешествие, гибнут хорошие люди. Почему это твое последнее путешествие, а? Что за ерунду ты говоришь?
Просто такого отпуска у меня больше не будет. Там Лев Иосифов ждет. Слушай, не торопыжничай, а? Как вы сказали? Я сказал, не торопыжничай. Мне дедушка так всегда говорил. Хотя это неправильное слово. После него никто. Спасибо тебе. Да не за что. Лев Иосифович? Здравствуйте. Вы ко Льву Иосифовичу? Да. За мной проходите, пожалуйста. Степан Петрович, насколько я понимаю, на судне вчера произошло убийство. Да. Скажите, а это имеет какое-то отношение к драгоценностям моей матери, или же это совпадение? Я думаю, что это не совпадение. Весь ужас в том, что все бриллианты поддельные. Вот это номер. Оригинал находится в хранилище. Мама об этом не знает. Для нее было важно, что драгоценности выбирал, покупал. Застегивал ей на шее отец. Она мне этого не простит. Поэтому я обратился к вам и к Владимиру Ивановичу. Это ведь тот самый Бобров? Да. А Лена? Лена может знать? Да нет, откуда. Отличить может только специалист. И то с лупой. Я начал делать копии, когда умер отец. Угу. Они жили на охраняемой даче. Летали частными рейсами в проверенные места. А теперь мама ездит одна. Давайте отойдем подальше от причала. Вот скажите, а вот в вашем окружении мог быть наводчик? Ну что вы, конечно, нет. Нет? Нет. А вы сами-то чем занимаетесь? Я, ну скажем так, высокими технологиями. Я один из владельцев сыщика. Поисковика? Да. Ну вот если вы действительно хотите нам помочь. Я действительно хочу вам помочь. Ну, вы можете составить список всех людей, с которыми общалась и общается ваша мать? Абсолютно всех? Да. Нет. Ну, она ведь сейф с собой только в путешествие берет? Да. Ну вот, значит, нужен список мест, где она отдыхала, и людей, с кем встретилась. Или общалась долгое время, ну, обслуживающий персонал. Ну, молодец. Вы очень сообразительная девушка. Вы знаете, приходите к нам работать. Да вы что, я ничего не смыслю в высоких технологиях? Ну, мы вас научим. Позвоните мне. Позвони. Покажи ту запись с камеры у люкса, которую смотрели. Угу. У вас там камера висит? Конечно. Ну, как раз для таких случаев. Ну, только понимаешь, пассажирам об этом знать не обязательно. А то найдется такой отчаянный, который подаст жалобу, что ущемляем его в правах. Так, вот, нашел. Угу. Вот так вот ей занесли чемодан в каюту, в ведре. А что за матрос? Лица не разобрать, но, похоже, такого у нас в команде нет. А в тот вечер, когда доктора убили, он же был? Да на той записи вообще ничего не видно, сплошные тени. Зашел вроде бы он, потом Семенович. Потом матрос вышел, и больше никто не выходил. Угу. Ладно. Подождите. Вот здесь. Что? Девушка еще не выходит из каюты, а матрос там. Да она спала, у нее ухо болело. Наверное, приняла что-то. Давай дальше. Угу. Подожди, давай еще раз. Быть
Подождите. Дальше я не пойду. Меня мама засечет. Она меня всегда в детстве в окно засекала, когда я возвращался не прямо из школы, а забегал в кино. Скажите, пожалуйста, я, наверное, должен ее эвакуировать? А она согласится? Ни за что. Она слишком умна и любознательна, хотя на первый взгляд так не скажешь. Да, Альберт Павлович, это действительно он. Нет, нет, на борту его, скорее всего, не будет. Вместо Хефица плывет его мать. Что мне теперь делать? Угу. Поняла. Ну, понимаете, после смерти папы она очень тоскует. Из всех нас только Розалия Карловна развлекается на полную катушку. Да. Таша, мы гулять. Ты с нами? Я сейчас. А подарите ей собаку вместо бриллиантов. Простите, какую собаку? Да вот, пражского косарика. Дивный пес, аристократ. Розалия Карловна с ним не расстается. Хорошо. Да, значит, получается, что все драгоценности – фальшивка. Ну, я так и думала. Только вы никому не говорите, Наталья Павловна. Нет. Это многое меняет. Ну, например, что? Ну, например, то, что ограбление могла организовать сама Розалия. Да? Зачем? Ну как? Чтобы получить страховку. С подлинников делают копию. Потом подлинники прячут, а фальшивку якобы крадут. Ну вот страховая компания должна возместить убытки. Ну или, по крайней мере, какую-то часть. Ну подожди, ну матрос же не выходил. Она же не могла проснуться и не заметить, что у нее в каюте посторонний. Тут и оно. Что? Она сообщница? Ты к этому ведешь? Проверять нужно девчушку. Допрашивать. Так, давай. Чего ты ее вертишь туда-сюда? Надо мне! Наталья Павловна, нет. Нет. Почему? Потому что тебе просто нравится Розалия. Ну, это немало. Да и не могла она собственноручно выкинуть стекляшки, притащить чемодан ко мне в каюту, раскурочить его, да еще и доктора убить. Да нет, ну не она сама, но наверняка у нее и сообщники. Кто? Ну, кандидатов много. Например? Ну, например, доктор Сергей Семенович. Он же ходит по каютам только если его вызывают, правильно? Ты же его не вызывала? Нет. Ну вот зачем он тогда пришел? М? Ну что такое? Он мне же палочки дал и перекись, чтобы ухо промывать. А я это у него в кабинете забыла. Ну так вот он и принес. Угу. Ну а почему тогда у него ничего не нашли? Его же обыскивали. Не знаю. Ну вот. Получается, что он подозреваемый. Как и все. И ты, между прочим, тоже. Я? Да. Я-то почему подозреваемая? Ты что-то скрываешь, девочка. Ну так, Павел, вы что? Господи, да что ж такое с тобой? Что, куда ты? Вот куда ты? Герцог? Герцог? Ну-ка. Стой! Эй, ты чего лаешь? Что ты там нашел в помойке? Сюда, иди ко мне. Что там можно найти? Форма. Что? Наталья Павловна. Это с нашего теплохода. А что это, парик? Это кровь?
Выходит, преступник специально забрал перекись, чтобы все подумали, что Сергей Семенович пришел ко мне из-за бриллиантов. А компаньоны его убрали. Ужас какой. Ужас. Корма, средняя палуба и солнечная. Еще машинное отделение напишите. Да. Мы с Натальей Павловной вас потеряли. А она сама где? У себя. Знаете, а мы думали, вы сбежали. Камешки поперли, дока замочили и... Тю-тю! Хватит. Иди себе тихо. Не обращайте внимания. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, да. Мы там старше кое-что нашли. Пойдемте, я вам покажу. Ладно. Ну что, ну пойдемте, посмотрим. Таша, пойдемте. Нам нужно поговорить. Таша, а что это за человек и почему ты его впустила? Да я его не знаю. Я спала. Я даже не помню, как Наталья Павловна входила. Я никого не впускала. Ну хорошо. Камеры же говорят обратное. Таш, ну должно же быть какое-то объяснение. Ты серьезно считаешь, что это я прикончила доктора и украла драгоценности? Мне надо знать. Или я должен отдать запись полиции? Отдавай. Пускай разбираются. Таш, так нельзя. Давай с тобой нормально поговорим. Стёп, меня весь прошлый год только и делали, что обвиняли в слабоумии, попытках самоубийств, алкоголизме. Я устала оправдываться. Подожди, Таша. Я точно знаю, что ни в чем не виновата. Все, Стёп, не подходи ко мне больше никогда. Да нет, ну послушайте, Таша хорошая девочка. Я не думаю, что она замешана. Да? Нет.
А что, если кто-то купил ей билет в дорогущую каюту специально, рядом с Розалией? Иначе как она здесь оказалась? Чего ты к ней прицепился-то, а? А я вас ищу, ищу. Я хотела про Кошкина рассказать. А что такое? Когда вы были в музее, я видела Ксению Дуайта. Они на такси приехали с Богданом. Вместе? Да. Точно, да. Он перед прибытием в Кошкин метался, Новицкую искал. Ну, видимо, собирался показать свою акцию протеста. Это ж какой пиар. Богдан убежал. А они ругались. Я подслушала, у что... У тебя же ухо болело. Я обезболивающее еще в каюте выпила. В общем, Ксения сказала, что она тут потому, что ей заплатили. А Дуайт велел ей не мешать. Если она хоть слово скажет, то он ей... сейчас. Вот. Значит, Ксения что-то такое о нем знает. Доброе утро. Сладун мой. Оставьте, оставьте, оставьте. Ничего не помешает? Сладун мой. Тетя Роза думала о тебе всю ночь. Не надо пить столько кофе, тогда бы спали. Я не сплю из-за мигрени. От ландышевого одеколона вот уже несколько месяцев. Да еще из-за какого-то негодяя, который стибрил мое снотворное. Таблетку приняла, ну, перед тем, как в Кошкин идти? Нет. Сразу после ограбления. А что? Нет, всем ничего. Доброе утро. Доброе. Розалия Карловна. Ой, дорогая, как вам спалось сегодня? Благодарю вас. Превосходно. Вот и прекрасно. Это для вас. А спасибо. Можно я с вами позавтракаю? А то мне скучно одной. Милости прошу. Спасибо. С каким аппетитом вы всегда едите? У меня так не получается. У вас не сварение? Да нет, ну что вы. Я просто всегда на диете. Я же пишу в журнале про здоровое питание, о мужчинах, о красоте. А я вот, пожалуй, разбираюсь только в еде и в мужчинах. В красоте не понимаю. Не может быть. Может. Мне нравится... Полные девушки, мужчины, которые не плетут косы, и картины с лесом и лошадкой. А теперь красиво все наоборот. Лена, помнишь, мы в музее с тобой видели инсталляцию «Грезы в сортире»? Нет, вот это нам совсем не понравилось. Что вы можете понимать в современном искусстве? А я и говорю, что я ничего не понимаю. А мужчины в платьях. Так это вообще уже было. Было. И, кстати, плохо закончилось. Миру явились тираны и перебили их. О чем вы говорите? О войне, о жестокости, о репрессиях, о лагерях смерти. Вы смеете рассуждать о лагерях? Вы, ленивая, раскормленная барыня, которая мучает прислугу. Это вы про меня? Мало ли какие ошибки совершало человечество. Но относиться к ним нужно как к ошибкам. Я не могу. Я не могу относиться к лагерям смерти, как к ошибке. Сядьте. Это номер.
80. 212/4. 4 – это номер барака. В 4-м держали детей для экспериментов. У меня был маленький брат. Он оказался в другом бараке. Очень талантливый мальчик. Играл на скрипке. Перед казнью он стыдился, что плачет. Кулаки искусал. А когда их повели туда, он у меня спросил: как же я теперь играть буду? А руки испортил. И я видела, как он туда шел. Кофе я буду пить на палубе. Ой, где мой сладун? Иди ко мне. Иди, моя радость. Иди ко мне. Знаешь, парень, меня никто и никогда не называл прислугой. Ты первый. Да нет, ну мы это уже видели. Нужны записи с камер по другому борту. За какой день? Давай за тот же. И что ты хочешь там увидеть? Просто окна каюты Таши как раз выходят туда. Ну и зачем они тебе? У старухи сперли таблетки, а Таша в этот же день принимала обезболивающее. Ты думаешь, что ей подсунули это снотворное? Да. Да. Сразу становится понятно, почему она заснула в своей каюте и не заметила никакого человека. Наташа стала стучать. Так. Таша проснулась, открыла дверь, легла спать дальше мертвым сном. А матрос, который был у нее в этой каюте, ну, где-то спрятался там. Ну-ка, стой. Смотри, давай помедленнее отсюда. Точно, таблетки сунул. Уважаемые гости нашего города, приглашаем вас на экскурсию «Мир городской усадьбы» города Рёма. Давай сюда. А вот он. Пойдем. Пойдем. Наконец-то мы тебя нашли. Да? Таша! Таша! Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите представиться? Наталья Павловна. Валентина Сергеевна. Очень приятно. А вы попутчица? Да. Наташенька, у нас такая дикарка, просто удивительно, что вы подружились. Это мой муж, Валерий Петрович. Очень приятно. Наташенька, Наташенька, прощайся. И поедем. Не поеду. Простите, вы не обращайте внимания. Девочка немножко себя не контролирует. Знаете ли,
Нервы, нервы. Видите, уехала. А у нас дела. Таша, Таша, что происходит? Ничего. Скажи мне. Пальчика, что ты молчишь? Таша, идем уже, покаталась и хватит. Я не понимаю, что вам нужно. Я же сделала все, что вы просили. Да там затруднение вышло. Требуется ликвидировать. А без тебя никак, поняла? Ну-ка, постойте. Таша, скажи мне, может быть, полицию вызвать? А? Да? До свидания. А? Где твоя сумка и документы? На теплоходе. Так, значит, идем на теплоход. Таша, Таша, не волнуйся, слышишь? Валя! Не волнуйся, я сейчас. Откуда ты деньги взяла? Ведь не было ни копейки, я проверяла. Деньги были на карте у деда, я с них и купила билет. А деньги это никак где? В каюте. Ты посмотри, на наши деньги развлекаются. Это не ваши деньги, а деда. Это мои деньги, ясно? Валь, 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 Валя! Ксения, можно с вами сфотографироваться? Нет. Ну хотя бы. Ваши это ваши родственники? Из Дрямова понабежали? Да нет, вообще-то мы из Петербурга. Ташенька, а вы чего такая бледная сегодня? А, вы знаете, Наташенька у нас совсем не загорает, правда? Малыш, пойдем, пойдем. До свидания. Уже уезжаете? Да, соберем вещички и обратно. Розалия Карловна? Да-да. Вы хотите поговорить о красоте или о мужчинах? Я только что видела вашу протеже Ташу. Ее увозили какие-то люди. И мне кажется, что ей это не очень нравится. Какое у вас романтическое воображение, дорогая. Я не выдумываю. А вот и мы. Ташенька, мы черешни принесли. Тетя Роза, а она уедет. Да. А Таш нам ничего не сказала. Лена, ты подумай. Не может быть. А вы ничего не перепутали? Извините, а вы кто? А вы? Тетка? Мать. А что ей нужно? Послушайте, у нас судебное заседание последнее. Валь, принеси вещи. Ташенька, мы торопимся. Так я же все подписала, я ни на что не претендую. Наследство. Дедушка дарственную написала, квартиру, дачу, счета, но я уже все отдала. А матери ничего не досталось, потому что она тебя бросила. Тебя воспитывал дед. Он был очень хороший. Она больная. Вы не видите? Доченька, а почему ты не расскажешь, как пыталась с собой покончить? Как в институт нервных болезней угодила? Ну что ты, ну... Ну, это вполне объяснимо. Девочка переживала. Из-за кончины близкого человека. Так. Таша, ну-ка пойдем на палубу. Есть черешню. А у вас один выход. Уйти. Это моя территория. И здесь будет так, как я хочу. Пойдем. Пойдем. Старая дура! Тетя Роза, вы что? Валя, что ты стоишь? Розалия Карловна. Ведите себя смирно. Выписка своим диагнозом, вон портфель. Скажу, рецидив, тебя быстро госпитализируют. Ну что ты в самом деле? Ты поняла. Все еще не уехали? Приятно было с вами познакомиться. Я на работе скажу, никто не поверит. А Розалия Карловна, разве не с вами? А вы знаете, она прилегла.
До свидания! Валя! Можно? Возьмите. А что с вами? Скорее! Скорее найдите капитана! Я на берег, в полицию. Может, какие подробности узнаю, как убили и чем. Хорошо, давай, а я пока за этой телепарочкой присмотрю. Степан! Степан! Я из теплохода бегала. Скорее! Там что? Ташу увозят! Здрасте. Здрасте. А по-моему, девушка не хочет с вами идти. Доченька, скажи, чтобы нас пропустили, а? Даша. Нет. Ну нет, нет. Все, отпусти. Отпусти ее! А, защитника себе нашла. Ладно, Валера! Руку отпустите! Отпустите руку, я сказал. Берите, я сказал, отпустите ее! Стоять! Отпусти девушку. Хорошо, хорошо. Хорошо, я все, я отпустил. Теперь пошел, пошел. Все, пошел. Я отпустил. Все, пошел, пошел. Отпустил, отпустил. Пойдем быстрее. Пойдем же. Это что здесь происходит? Отпустите его. Отпустите, говорю. Наташенька, что такое? Товарищ капитан, эти люди, они пришли без приглашения на корабль. Они очень подозрительны. Может, это они украли мои драгоценности? Граждане, прошу проследовать за мной. Да. Куда это проследовать? Нахождение без проездных документов на борту запрещено. И приготовьте паспорта, пожалуйста. Вот. Прошу. Таша. Таша, иди сюда. Валя, граждане, мы идемте, уходим. Идемте. Я бы после суда тебя с миром отпустила, а теперь я тебя сосвету живу. Ты меня знаешь. Знаю. Ты попомнишь меня, доченька? Попомнишь? Ну. Вещи оставьте у капитана. Я просто хотела в последний раз по маршруту, да, по которому мы с дедушкой ходили, чтобы в последний раз на всю жизнь, конечно, запомнилась. А у нас черешня есть, шампанское. Ну, если есть черешня, надо идти. Двинули. Ну, конечно. Двинули. Мужчина не рождается заботливым, но в наших силах его приручить. Это все, да? Прекрасно. Благодарю. Чем еще займемся? Вам что, не понравилась моя статья? Милая, сейчас модно писать о том, чего не понимаешь. Ну, конечно, вам легко рассуждать. Ваш сын придумал сыщик. Вам зарабатывать не надо. Было время, и мне приходилось. И все равно в ваше время зарабатывать было гораздо проще. Вон моя мать, например, всю жизнь просидела бухгалтером. Ну ничего, нам на всех хватало. А вот сейчас что нам с Сашкой делать? А кто такой Сашка? Саша Дуайт. Но на самом деле просто Александр Дулин. Тоже зарабатывает как может. И даже однажды он женился на богатой старухе. Что вы говорите? Угу. Ну, конечно, не на такой, как вы, на молодой. На молодой старухе женился. Угу. Хотя она была старше его тоже, наверное, лет на 30. И вот он так хвастался. Говорил, что вот теперь, наконец-то, он упакован по полной. А старуха оказалась голой. Голой. Угу. Голая старуха. Ну, это уж совсем непристойно. Ну, я в смысле, что все принадлежало дочери и зятю. Дулину они ничего не давали. Несчастный юноша. Ну, вот он сбежал ни с чем. Нет, конечно, прихватил там какие-то ее цацки. Но это сейчас и живет. А сюда он приехал, скорее всего, чтобы найти себе новую старуху. Новую. Ку-ку. Сплетничаем. Черешню, Дим, хочешь? Нет. Терпеть ее не могу. А что?
Неужели? Я пропустил что-то интересное, а? Да, а сожитель Ташиной матери, у него пистолет оказался, представляешь? Да ну? Травматический, правда. Слушай, надо было этих родственничков за борт вышвырнуть. У меня было такое желание, и руки чесались. Ну, как-то неудобно было перед всеми. Но они же теперь от нее не отстанут. Посмотрим. Есть у меня один юрист знакомый. Я так смотрю, вы с Ташей уже на «ты»? М? Наверное. А ты боялся. Я тебе давно говорил, действуй. Круиз не вечный. Это ты действуй. За мной не следи. Ты там разберись со своей Натальей Павловной. Ну-ну. Ладно, я в каюту. Я первый в душ. А я тогда пойду напрошусь к Наталье Павловне. По старой памяти. Лена, ты человек подневольный, человек эксплуатируемый. Ну давай поговорим как люди. Давай. Скажи мне, почему ты за себя не борешься? С кем? Да со старухой. У меня такая работа, я ухаживаю за тем, кто нуждается в уходе. Ну скажи, что такого полезного сделала старуха, чтобы общество за ней ухаживало? Так не общество платит мне зарплату, а сын ее. Да согласись ты! Ты могла бы ухаживать за больным ребенком. Ты могла бы ухаживать за физиком. Но полезным для общества человеком, а старуха – это паразит. То, что у нее украли драгоценности – это возмездие. Ты что, сам их украл? К сожалению, нет. Но поверь, я имею гораздо больше прав на эти драгоценности, чем она. Ей бы давно следовало уже сделать укол, чтобы она откинулась, ну, безболезненно. А ты бы занялась делом. Иначе пропадешь, а я не хочу этого, понимаешь? Нет. Ты особенная. Не глупая. Ну, таких много. Таша, например. Она никчемная. Ну, по-моему, Таша сильная. У нее сложные обстоятельства. Она с ними борется. Она меня не интересует. Меня интересуешь ты. Володь. М? А почему ты со мной как с чужой общался? Ну, я же не знал, одна ты или... М? Мы потом... Я почти поверил в то, что выбросил тебя из головы. А увидел и понял, что все это чушь. Слушай, а хочешь, я тебе про свой последний показ расскажу? М? Я его делала с ювелирным домом. А-а-а. Так вот откуда твоя лупа. Знаменитый кутюрье Натали Лазур теперь еще разбирается и в драгоценностях? Ну, так, чуть-чуть. Просто стало интересно и... Вот, теперь разбираюсь. А хочешь, я тебе про свои кадры на заводе расскажу? Расскажи. Что, правда интересно? Mm-mm. Вот видишь. Володь, какое имеет значение, интересны мне твои кадры, а тебе мой показ или нет? Раньше... В молодости, может быть, имело значение, а сейчас... Никакого. Ты что, тоже это понял? Сразу после развода. Правда? Ксения, у вас все в порядке? Ксения, что с вами? Ксения, господи! Ксения, очнитесь! Ксения! Помогите, пожалуйста!
Таша, ты жива? А с Ксенией что? Ксения? Господи, что здесь происходит? Володь, что с ней? Ташенька? Девочка моя, что случилось, а? Это что такое? Тебя ударили? А? Что-то с Ксенией. Я пришла, и на меня напали. Господи, какой кошмар. Кошмар какой. Девочка. Ты так кричала. Степ, дай пройти. Тихо, тихо, тихо. Что? Степан. Что стряслось? Наташу напали. Сейчас я... Что? Сейчас. Кто на тебя напал? Я не видела, он в капюшоне был. Он хотел что-то с Ксенией сделать, его шприц был. Черт, сиди здесь. Сиди здесь! Вот, холодная. На, Ташенька, приложи. У Ксении сильное отравление, но ей уже занимаются. Володь, смотри. Тихо. Ты где пристать можешь? А Милин, это самый близкий. Так, а я давай в дрему смотаюсь, в полицию. Ага, хорошо. Ну, что? Естественно, его нигде нет. Сегодня по одному не оставаться, свои каюты не покидать. На сегодня приключений достаточно. Щиплет. Такая редкая девчонка. За утопленниками прыгаешь. С бандитами сражаешься. Ну все. Какая красивая. Ты тоже. Такой большой. А ты маленькая. Степ, я не маленькая. Ты моя маленькая. Доброе утро. Mm-hmm. Вы давно тут сидите? Не очень. Мы с Леной всю ночь провели возле этой бедной девочки. Вы сидели с Ксенией? Mm-hmm. А я смотрю, тебя нет. Советую вам перед завтраком привести себя в порядок, молодые люди. А вы? А мы еще посидим. Вы молоды. И не можете понять, что в этом и состоит счастье. Сидеть с собакой на палубе, когда начинается утро.
общем, подняли людей среди ночи, хотя им до наших дел, как до лампочки. Ну, пришлось настоять. Я думаю, что полиция уже на теплоходе. Ох, все-таки мой муж предводитель Коканской конницы. Все его слушаются, хоть он и в отставке давно. Кто? Ваш муж? Ладно, это потом. О, Степа. Степ, что там у тебя? Господа, смотрите, смотрите, что прислал Кифиц. Тут списки всех санаториев и всего прочего, где за год была его мать. Слушай, широко живут. Да. Я бы хотел, чтобы он и меня усыновил. А вот смотри на другой странице. Списки обслуживающего персонала, угу. С которым контактировала Розалия. Видишь? Да я вижу. И что, он во всех этих заведениях работал? Да кто там? Да крестничек, мамуля. Владислав. Ландыш? Розалия же говорила, что у нее мигрень несколько месяцев на запах ландыша. Ну да. А еще он в одном пансионате был ведущим, а в другом инструктором по плаванию. А почему тогда он тонул? Ну, а как ты думаешь? Отвлекал внимание. А его сообщник в это время спокойненько украл чемодан. А сообщник кто? Отпустите меня! Люди! Люди! Вон он! Вон он, ловите его! Он доктора убил! Ну! Там? Кто? Да не меняем! Его! Пойдемте! Эй-эй-эй! Назад, за ним! Ну идет, идет же, мать честная! Сажайте его. Нет! А, пошел! Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Что здесь происходит? Дознание без протокола? Да, кстати, ведь без протокола. Дружеская беседа происходит. Да? Дружеская беседа. Понятно. Ну вот и расскажите нам по-дружески, где вы обрели такого другу душевного, Дулина? В городе Нижний Ломов администрация устраивала банкет. Банкет. Ну, я его вел, а Сашка был один из приглашенных. Ну, мы с ним выпили, обсудили местных купчишек, и я ему говорю, что по-настоящему богатые люди есть, которые в бриллиантах в бассейн ходят. Ну и рассказал про старуху. Ну все, садитесь. Ну надо же. Спасибо. Молодец. А я вас совсем не помню. А когда вы внимание это на персонал обращали? Вы даже не смотрите в нашу сторону. Мы для вас пустое место. А как выяснили, что Розалия Карловна поедет отдыхать именно на этом теплоходе? Так она в санатории все уши прожужжала. Лена! Когда отходит наш теплоход. Тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо. Нет. Ну и Сашка шил матросскую форму для маскировки. Угу. И мы договорились, что я прыгаю, отвлекаю внимание, а вот он берет цацки. А код от сейфа-то откуда узнали? Ну, так он не нужен. Если есть ключ, ну, код забыл, можно ключом открыть. Да? Да. Так и есть. Вот правда. Ну, кто ж знал, что за могу чемодана такой мудрёный окажется? А кто доктора убил? Так мы, когда
Таша, пришли за чемоданом. Тут этот лекарь появился. Что, говорит, вы тут делаете? И Сашка его прям Фомкой по голове. Тот вцепился в него, а он его прям головой прям об стол. Зачем, а? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем? У него кровь хлещет. Я прям сознание чуть не потерял. Меня стало тошнить. А он, вы знаете, зло так, он же наркоман, ширяется. Он зло так говорит. Ты, говорит, давай, цацки собирай, а то я тебя тоже. Позвольте. Тут. Ксения. Ксения, здравствуйте, как вы? Не-не, не надо трогать. Не надо. Да нет, я просто волнуюсь за Ксению. Не надо, не надо. Конечно, не надо. Ксения, Дуайт пытался вас убить. В каюте найден шприц с наркотой. Причем доза там лошадиная. Он надеялся, что вас найдут умерший. Но сделать укол человека, если он сопротивляется, очень трудно. Это правда. Может быть, он вас угощал чем-нибудь? Да, да. Он принес мохито. Спасибо. Он был такой доброжелательный. Хотя я сразу поняла, что он все слышал. Историю, да? С голой старухой? Да. О том, что он украл старухи драгоценности. Ну, он подумал, что это может его выдать. Точно. Видимо, в этот мохито и было что-то подмешано. Ну, наверное, снотворное, которое он украл у Розали Карловны. А я никак не могла додуматься, кто попер. А зачем главное? Это струшачий препарат. Очень-очень сильный. Я сама по полтаблетки принимаю. Вот поэтому Ксения и не сопротивлялась Дуайту. Слушай, а ты... Таша появилась очень вовремя. А этот Дуайт, он ужасно мстительный и психованный. Он очень мстительный и психованный. Я к нему утром пришел и говорю, ты с ума сошел? Тебе одного трупа мало? Пардон. А давай, говорю, мою долю, я сойду. Он начал меня бить. Чуть не убил. А я когда пригрозил, что я пойду в полицию, он тут же все схватил, цацки все, и ринулся на пристань. Ясно. Майор, да. Забирай его. Уйдите его, пожалуйста. А что со мной будет? Ведь я же не убивал. Ведь я же никого не убивал. Премию тебе дадут. Государственную. Премию? Так я... Уводите, уводите. Подождите. А собаку мою, это ты за борт выкинул, да? Нет. Собаку я не брал. Я люблю собак. А кто? Это я. Что? Уводите, уводите. Ну я это со злости. Я должна была, как это сказать, завести дружбу с Кефицем. Соблазнить. На суше к нему не подберешься, а здесь целых 10 дней наедине. Я просто должна была потом свести его со своим покровителем. Зачем? Но он хотел что-то предложить его сыщику. Навязать. Прекрати снимать! Камеру убери. Слушай, тебе же сказали, а? При чем здесь поисковик? Лев Хейфиц ваш сын? Да. А билет был куплен на его имя. Левушка всегда сам для меня покупает. Вот я когда поняла это в первый день, я со злости выкинула вашу собаку. Не может быть. Вот так вот, потому что она вам очень нравилась. Плохо. Да, и согласна. А потом мне нужно было завести дружбу с вами, чтобы как-то выйти на Хейфица. Ну, будем надеяться, девушка выправится. Конечно, Розалия Карловна. А теперь шампанского за продолжение пути. Ура! Все. Спасибо. Тимур сладенький, Тимур хорошенький. Итак... Теперь ваша очередь. Значит, вы работаете на заводе. Владимир Иванович занимается кадрами, да, Владимир Иванович? А вы, Степан? А Степан Петрович директор. Да, я директор судостроительного завода. Ну вот пароходство хочет передать нам на баланс несколько теплоходов, вот в том числе и вот этот. Просит немало.
Поэтому мы с Владимиром хотели глянуть, что за судно, в каком состоянии. Ну и глянули. Глянули. Впереди у нас большое путешествие. И несмотря ни на что, мы возьмем с собой только светлые воспоминания. Ура! Ура! Лена, ну где черешня наша? А в каюте? Ну, пойди принеси. Да, конечно, сейчас принесу. А дай, пожалуйста, другую. Благодарим еще. Спасибо. Ой.